Ромашка вступает в игру. Роман Аникин первый на подборе. Шайба выскакивает. Защитник хоккеистом юности. В контратаку Владимир Джик побежал. Ярослав Масленников против него. Стесняет борту. Прострел. И 1-0. 0-1 точнее. Константин Захаров замыкает дальнюю штангу. Пар шайбы Павел Дашков падает. Михнов. Бросает. Бретнер заряжает сейчас. Да, щитком Павел Шугалов. Да, вытаскивает этот бросок Павел Шугалов. Зона закрыта. Бретнер ошибается. Вот, Павел Дашков выходит. 1-0. Паша, делай! Паша! 1-1! Павел Дашков сравнивает счет. Продолжает разыгрывать большинство. Не мяки. Смена произошла. У команды Нагачев просит шайбу. Получает ее на синей линии. Линию броска перекрывает ему Павел Вергунов. И быстро довольно юность уходит вперед. Подставление после броска защитника. И 1-2. А сколько тут провальчик в защите такой был? Выход 2 в 1. Джек падает. Автор голевой передачи. Отлично, на первом взятии ворот. Владимир. Передача на партнера и 1-3. И кто там? Вновь Константин Захаров. Собственно, не люблю смотреть матчи при его работе, потому что в большинстве случаев это значит, что там будет много удалений. Но много удалений – это нехорошо. Хорошо, когда командам дают играть. И можно четвертую шайбу сейчас юность забрасывать и забрасывает. Павел Разводовский это делает. Здесь пока не хватает Столиварам хорошей силовой борьбы, чтобы какие-то юности понимали, что нельзя войти в зону без, ну, без какого-то физического контакта, либо там вот вальяжно чувствовать себя так в зоне, как сейчас катит защитник, по-моему. И вот пятая шайба. Да, это, наверное, самые... Конечно, еще юность помнит наверняка прошлый матч, который проходил в Злобинском ледовом дворце, когда команда вроде вела 2-0. И потом оступилась. И я думаю, что наверняка дополнительная мотивация Андрей была. Михнов. Выход 1-0, 1-6. Спокойно реализует этот выход Андрей. План. Осипов. Можно бросать Никите. Затянул немного с броском. Никита. Давай досмотрим контратаку юности. Чем она закончится. Немяки. Подключает Шевченко. Шевченко улучшает позицию. Седьмую шайбу забрасывает Эрик Шевченко. Закладывает вираж. Здесь все перекрыто, бросать смысла нету. Ищет передачу Парфиевца, находит в упор. Ух. Максим бросает, не пробивает. Агеева. Захаров. Даниленко против него. Бретнер на этот раз бросает защитник. И восьмая шайба в воротах Металлурга. Может быть, поэтому впечатление, что игра где-то, может быть, и равно проходит, да? Главным ключом. Но опять же, вот момент за моментом перед воротами Агеева. Сейчас Андрей Михнов мог еще одну шайбу забрасывать. Корса. Михнов, бросок. И девятый гол вылетает в ворота Металлурга. Андрей Михнов. Нет, ну самое крупное у нас другое, еще из старой истории, из истории Белстали. Ну, сегодня. Не, ну конечно, если все так пойдет, то перекроет по достижению Волки. Но... Думаю, до этого все-таки не дойдет. Вот и гол, вот и гол. И да, второй гол вылетает все-таки. Ворота юности. С Шубой и Марчонком на синий. Будут пробовать это сделать. Дашков вбрасывание выигрывает. Очень важное стандартное положение. Марчонок бросать нужно. И забрасывает Павел Марчонок. 3-9. Очень быстро. 6 секунд всего лишь понадобилось. Волка. Это ее. Марчонок против него здорово действует. Захаров. Михнов. Корса на дальний. На Претнера поднимают шайбу. Вновь Михнов. На Карфиевца. И 2-3-10. Паутинку снимает. Максим, да. Привет. Вот девяточку. На 15. В центре. В подобной манере Металлург играл. Захаров бросает. Осипа блокирует бросок. Шиповала шайбу из зоны. Не выводит. Не мягкий. Передача на пятак. И Захаров делает хет-трик. Ну что, смотрим. Полетят. Дмитрий. Возможно, Константин Захаров. Хет-трик. Андрей Михнов. Вот. Сколько он сегодня забросил. Одно я точно помню. Очень красивый гол. После выхода в ноль. С неудобной руки. Бретнер
бросает. И вот, я только хочу... 12-я шайба. Хотел обратить внимание...